Курсач пост... так. Ханты поставьте, один из хантов поставьте ауру на силу природы. Все, макросы. Так, где тут макрос? А вот макрос есть. Дистанцию набрали все. Бьем босса. Давай, рост, курсач, ставь тотема в центр. Так, у тебя КД, да, герцогиня? Ты взял крылья. Так, смотрим, сейчас лужа польется, отбегаем. Так, лужа возле ханта, бедолом, влево отойди. Кралька, захиливая себя, дистанцию набираем. После лужи всегда дистанцию набираем. Вет, вот этот пимп, чего дистанцию не набираете? Потому что я тут стоял, он просто подошел ко мне. Ну так отойди. Ралли. Болезнь. Смещайтесь. Хорош. Четыре человека блюет. Фюрер, давай глыбу прожимай. Прожми глыбу, фюрер. Так, дистанцию набрали, сейчас будет губительный газ, 5 секунд. Смотрим на дистанцию. Так, двигайтесь, дистанцию набирайте. Захиливаем боль, клона захиливаем. Клон прожмешь, уход в тень, спадут стаки, слышишь? Я фридом дал. В центре большой слизис, хилим милизону, хилим милизону. Лужа под двумя пристами, на крель давай бабл и ретаун по большому дашь. Давай бабл прожми, братан. А, у тебя КД. Хорош. Кажется, сейчас будет взрыв. Так, взрыв пошел. Забежали за спину и бежите к воротам. Давай сакру. Отбежали от лужи и набирайте дистанцию. Гимны на хп, присты. Кто без паралича, гимн на хп, не повезло. Вет, пидор. Так, кралька, подымай вилд мэджика. Все ДД, РДД на рейндж. Я возле ворот стою. Подымай меня. Я на дистанцию. Ралли, вставай, под мини-зону встань. Теперь мы бабл. Йолга, давай гимна ману. Курсач, давай тотем маны. Крайка, захиливай себя. Дистанцию набрали. Крайка, выходи тоже. На рейндж несложно. За спиной перебегайте. Смотрите, ШП под тобой лужа. Так, меня захиливаем. Меня, короче, диспельте. Я не буду сбегаться. Герцогиня, прожми бабл. Так, вилмэджика захильте. Неоспоримого хильте. Йолга, давай гимна отхил. КД. Так, смарткила захиливаем. Блядь, большой мелизон идет. А на крель забирай. Ладно, не забираем на эрдру, нормально. Все нормально. Неоспоримый, выйди. Нормально. Неоспоримый, зайди лучше под босса, вот ты урон получаешь, если не можешь захилить. Так, клон, тучку прожми, фотон, диспель себя. Диспель себя, фотон, гимн на хп, спой. Диспельте кральку. Курсач, хиль себя, у тебя фул мана почти. Ты можешь тупо цепухой ебашить и весь рейд. Будет на фул он сидеть. Поднимайте меня быстрее. Вет. Блять, из-за веда упали. Как зашпыльтесь умирать. Thank you.
На Мелика, силовой плащ. На танка. А есть у кого-то джинсы? Илья, объект. Ничего не вынесу с этого. Бога, передай герцогине колье, пожалуйста. Так боль, он же выше ППР. Нет. Ну сейчас да, а тогда нет. Пимбол. Там еще типы, подходите быстрее. Почему вы стоите в гниломорда, когда я разрулил вещь? Время теряется. Можно рыбку? Кушать. Дайте бафы и поставьте джинсы. У меня, короче, 40 минут, и я потом офис, наверное. Плюс есть почему-то. Поставьте шкаф. Бога ДК, какие у тебя еще спеки есть? На Кирилле, ты сидёшь? Сидёшь их, блат недоделанный. А чё ты не хочешь АДК сделать, им легче дамажить? Был в АДК, чё-то как-то не получается. Бахнешься тоже. Так, герцогиня кулак раздаёт, она платит сходить сказки, неоспираемые кресты. Ну, Крель, бля, не спори, мне пришло время танчить. Три хила захилите. Спекайся в танка. Уже. Три хила, надеюсь, захилите, сбегаться в курсача. Квадрат, блин. Но если не захилить, я не знаю. Курсач хиль волнами исцеления двух танков. Сначала БДК, потом этого протопала неоспоримого. Вот она крель зашел уже. Ладно. Можно в два протопала и в БДК пойти. Тут лагает, может быть, 4 хила. Ну, я спекаюсь обратно фастом. Давайте иннер дам. Каску бафает отец холодец. Отец холодец, раздай каски. Чек на пул. Диван есть, Регина, диван герцогиня, отец плюсик. Каску по магам. Все, все с касками. Мой краснопул пошел. Отпивай там ману, пока потом не напишу залив. Да не надо заливать, я сейчас вот за буквально на секунд 10 ее на фул. Шаман, отойди чуть подальше, тут там, где стоит Йолга. Шедуморн, вообще уйди в другую сторону. Будешь блевать. Войд поднимается холодца. Чего боль демони? Почему я должен это знать?
знаю весь рейтинг шоу в Африке, я в демоне, и тут он еще в демоне. Так, Ральку похильте, она АФКшит. Так, Ноя, выходи к шаману. А на крыле выходит. Ну там на крыле тоже побеги где-то. Блядь, проебался так. Прожимайся, этот полюблёт шаман. Так, давайте, сбегайте заново. Герцогиня, ставь ауру на Shadow Resist, прожмешь мастер аур. Там лужа прям, пельмень прям в квадрат. Глебы отбежать. Ты уже бьёте? Да, смотри, короче, герцогиня, дай каплю на звезду, иди сюда, быстрей. Прожми дубовую кожу, кралька. Хорош. Это боль, ты красавчик, уйди, пожалуйста. Паны болт, Олег, вообще. Залей. Пиздец, а Филиппец совохнулся. Папки. С каким пэром заберут эту хуйню? Мне даже интересно, блядь. 54. 54? Да. Ну, кстати, норм. Хотя, блядь. Это маленький. Чувак, который афкашит на трэше. Это Олег, давай я здесь зайду на ДК. На профа. Нет. Ну ладно. Так, это никому не надо. Это тоже. Олег, надо. Шея мне на хила надо. Ну давай, хинтрейд я тебе дам ее. С 10%. Ну то не беги, постой. 84, бедолом, нормально. Как раз посмотрим твой скилл на профи, тогда может и заменим тебя навсегда. Рольте на офф. Фотон выиграл. Я ДЦ собираю. Кралька, где ты лазишь? Я бегу. Поставьте шкаф, с ума гоните людей. А, это ты тут, вар, никчём, да? А, тогда я тебя знаю. Так. Спуститесь пока вниз, чтоб ивент запустился. Схильте людей. Ты с самого начала я бедолом? Какие боссы? Синдра и... да.
Курсач, у тебя сова КД или тебе что-то на шамана надо? Не, сова у меня КД. Хорош. Пошли боком. ЦЛК. Ты уже команд не слышишь. ДД в ЦЛК на спингер плюс. У Валера бери. А, РТД нужно. Все, сейчас лог зайдет. Так, у нас, наверное, ДПС не хватит, да? Не-не-не. Ладно, будем стопать. Тактика для миликов. Хотя тут все были. Будем постоянно... Будем сбегаться. Зеленому слизню бить его вот в звездочке, в одной точке. Когда вас откинет зеленый слизень, он вас откинет прямо в РДД зону. Вы не бежите опять на слизни, вы ждете, пока слизень выберет таргет, и он выберет в РДД зоне уже. Тогда вы начинаете его бить. Вот. Все остальное легко. Давайте Дживс спас. Пускай Рэги купит. Вот есть Дживс, поставьте. А вы знаете тактику, которую рассказывает Салтан на этом боте? Да, знаю. Это просто пиздец, а не тактика. Какая? Ну типа все сбегаться в кучу, и чтоб зеленый откинул с красным дебафом прямо на красный. И вайп. Это топ-троллинг, ты не понимаешь, блядь. Не шаришь нихуя. Так три раза подряд и нихуя, ну... все равно пойму и все. Ты хочешь поэрелить? 5 минут мне надо отойти. За 5 минут можно убить босса. Да, давай. Настал твой час. Пим. Так, чек на пул, йоу, пацаны. Короче, вот у пимпа и войда ассисты. Вы можете порелить 5 минут. Просто реально надо отойти. Пиздец, нашел человека. Пимп и войд. Сейчас кикнет друг друга и на. Дай мне лучше ассиста, блядь. Пизду. Все. И че все так замолчали? Блять, у меня нет ассиста. Ждем, чем чудо. Либо они помирятся, либо они покикают друг друга. Ну так поставьте 5 минут перекура или как-то. Перерыв. Да не-не-не-не. Не-не-не, куда он ушел? Поздно, давайте, ребят. Ну что, мы будем молчать или кто-то будет троллить? Ну вот, Войд уже чекает. Лучше бы сделать перерыв. Чё, это шурупец тут? Ща, подожди, там Марат в Доваран съебался. Подожди, Войд, Марат в Доваран смотался. Все, он здесь. Давайте, бейте курку. Первого зеленого не замедляй. Пим кидай косноязычие на двух слизней. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Бурсты не отдают.
идите на него. Заебись. Готовьтесь отдать к столу, идите зеленым дубаком. Не стойте в центре сейчас. Вот если не бьем. Еще не заметил зеленого. Грей, ты что там завис? Да нет, что-то не хватило энергии. Красного убивайте. Вот не надо было первого зеленого замедлять. Да нет, тебе надо было просто лужу растягивать, а ты ее растягивал. Это ошибка такая. Лужу до конца я не добивай. Я вроде лужу не добивал, все равно энергии не хватало. Надо посмотреть. Не допивал. Да, чтобы подкопить, чтобы он набиралось. Может быть эрдру, чтобы накопить изначально раг и потом пульнем. Делать обычно, когда ДПСа хватает, чтобы перевести по-быстрому. А так как у нас ДПСа не хватает, это без толку стоять так и накапливать на раг. Короче, ему лужи рассасывать, так даже эффективнее. Тем более она кидала, там я видел омоложение, буйный. Как ему не хватило, я даже понять не могу. Так, я здесь, убили? Да. Да, два раза уже. Давайте, трассите. Три, так вы вапились только пять раз всего. Окей. Мы четыре раза сдохли на Вальке. Потом... Два раза на Синрипом, а нет, один. И вот здесь еще. Карали, пожалуйста, один трай на наличие. То дамаг нужен просто. Так, а на Кляль плохо пил уже? Да, я нормально пил уже. До этого ходил. А чувак есть? Пим с красного поймал. А чего вы выпались? У красного кто-то словил. А кто это был? А там не из-за этого вайп, там уже, блядь, после первого слизня на... Он не смог убежать, все равно от него. Так, там бежал быстро за пимпом красным. Мерцегеня сможешь дать на смену цели красного? Если бы я был ретриком, я бы дал боб. Да я и что на подстраховке вон. Так, у нас есть ДЦ. У нас есть эрдру и нормальные два хила. Не должны упадать. Ладно. От зеленого. Клак ханта. МП5. Так, не сприм В5, отец каски, герцогини, кулак, не крест совы. Гилд готов.
Так, сначала иди, Анакрель, пей куклу, похотаем ее. Прохотать попал. Давайте, ни одной хоты нет. Гел, тут только не пульте босса. БДК фкашит. Вот эти куклы. Так, что там за вайпы были? Кому ГП давать? Да там ты виноват был. Мне ГП. Самогону ГП? Сука. Да там никто не виноват был. Я тут, я тут. Начинайте. Чек на пул. Пизда-то, блядь. Переводим или нет? Нет, ждем. Покажу, как сливать зеленого слизня. Выйдите с лужи. Веди его к зеленому. Вот правильно. Только отведи босса от слизня, чтобы РДД выделили таргет. Стопайте по профу. Хотя не бейте. 3%. Все, стопайте по профу. Так, милики, становимся в звезду и бьем вот так в звезде слизни. Вас откидывает, вы не двигаетесь. Если в РДД зону пойдет слизень, бегите за череп. Давайте в череп. Ой, тупой. Ты не можешь стоять в РДД зоне, фюрер? Это ГП. За такое дается ГП. Так, давайте все к столу. Слизни вышли. Все к столу. В звезде. Кто не в звезде, ловит зеленого слизня ГП. Забрали по дебафам. Так, на мне вздутие. Так, на ком красный дебаф, сбегайтесь к цели зеленого. Сбежались опять цели зеленого. Смена цели красного. Смена цели красного. Фюрер, фюреру дайте боб. Да там очень близко был, Олег. Я, блядь, выбрал только в таргет и пизда уже. Ну вы бы же мог даже. Глыба есть, как бы есть, блин. Я на зеленом выжимал. Так, блядь, 200 ГП, на. О, печенька. Так, это не дело. Мы так не убьем. Фюрер, ты понял? Ты стой в РДД зоне. Что ты там делаешь? Фюрер, отзовись. Или еще ГП кидать тебе. Мне кажется, лесенный фюрер в минус ушел. Даже если он против фул целка. Ты понимаешь, что тебе надо стоять в РДД зоне, а не жать глыбу вдалеке? Зачем ты это делаешь вообще? Объясни мне логику. И чё ты стоял, делал красного слизня рядом? Если я говорю, смена цели. Там блинк прожать, что ли? Хотя бы. Глыбу не надо жать. Куда ты, блин, девал, если на тебе нет зеленого? Фух. Зачем к зеленой цели блинкаться? Не. Надо к зеленой цели блинкаться. Но я не так имел в виду. Проебывать скиллы такие, чтобы сбежаться. Фух. Блять, фюрер, блинк оставляешь на такие случаи, вот и все. Блять, лучше тапки нахуй мне бы, я их продал бы, блять. За 50 кагауды. Ой, не милый.
Дам 9 максимум. Хуел что ли, блядь? Я шип сраный, блядь, за 11 продал. Да тому вендору можно было их дать. Да похуй на эти тапки, ты тактику соблюдай. Вставайте, Вет, вставай. Давайте фулбаф. Мне надо просто убить босса быстро. Чек на пул. Темп опять злой, там. Никому не раздавал, хуел сейчас, подожди. Поле пристань у кого нету? На, еще, кстати, одна штука важная. Кто-то вешал проклятие косноязыча? Да, там пим пешает. Думал, вы скажете нет, а потом я отвечу. А вот в чем вайб был. Не похотел. Я сочувствую. Помолимся на удачу. Надо два раза помолиться. Если короче красному косноязычу, я буду зеленым, окей? А то я заебываюсь. Уже два демона, он будет вешать. Давай, пей куку, накрей. Та боль вешай красного и зеленого. Обоим надо вешать. Да, я понимаю, что обоим. Я говорю, пусть он вешает красным, я зеленым. Хоть. Сейчас, давай подождем немножко. Отойдите от куклы. Прибрасывает самоложение, не тикает энергия. Бунный рот тоже кинь на куклу. Так. О, 16. Все, можно пулять. Может. РДД, вы стоите, вот видите, где звездочка стоит, вот где рыба стоит, вот вы вот здесь стоите. Так, это ГП. Кралька, поднимай фюрера, курсач, вставай. Или там уже. Захильте фюрера. Стопайте по боссу. Встали в звезду милики. Не бить профа, бейте слизни. Все, хватит бить профа, бейте слизни. Бежались в квадрат. Блять, че ж так, сука, не везет? Лужа ебаная кидается туда. Переводите профа. Вставай, фюрер. Все к столу. Зеленые к столу. На ком красный добав, бейте уже красного. Зеленые к звезде. Дайте бафу по магу. Все, разобрали. Слизней, бейте слизней. Так, давайте, сбегайтесь. РДД, милики, сбегайтесь. Череп. Отбежали от слизни. Отбежали от слизни. Смена цели красного сейчас будет. Опять сбежали в череп. Смена цели красного. Герцогиня, на себя боб. Боб на герцогиню. Умоляю. Убежали от пельменей. Так, вот, подымай курсача, последний БР. Последний БР на кону, дружище. Колбы, милики, отойдите. Так, давайте, сейчас выйдет... Красный выходит, повезло. Пельмени в звезду летят, отбежали от звезды. Все, играйте в красного. Вет, в мини-зон, иди, милики, бить красного. Так, пельмени в звезду отбежали от звезды. Так, колбы отбежали от колб. РДД, отошли в
звезду. Звезду отошли РДД. Милики, в одной точке бейте этого слизня. Пускай будет точка вот, шурупец. Пельмени отбежали от звезды. Отбежали. Вправо отбежали. Бейте с зеленого слизня. Давайте, сбежали с череп. А что ты не замедлил? Ты замедлил этот слизня? Замедлил. Добивайте. Блин, так быстро бегает. Жесть. Колбы отбежали, пельмени опять. Слишком сложный босс для нас, очень сложный. Бафы по шаману даем, фул баф, кто не давал. Так, красный опять выходит. Шедемор, передавай чуму, сейчас умрешь. Так, пельмени сейчас пойдут. Пельмени прямо с красного слизня отбежали влево-вправо. Все в красное переключайтесь. Стопайте по профу. 3% переходка. Попробуем сейчас перевести. Не туда бежишь, к боссу беги, чтобы милики достали профа. Давайте, переведите профа быстрее. Все к столу. Пять процентов, 2, 1, жопу подотри. Давайте, сбежались в звезду. Красный, бейте красного уже. На ком зеленый добав к столу. Давай, рост, курсач, курсач, рост. Надеюсь, ты портал прожмешь. Так, бейте по дебафам. Йолга, гим на хп давай. Бежались в Анакриэль. Анакриэль, давай сакру. Смена цели красного. Я его специально далеко отбил. Добейте быстрее слизни. Так, кралька на тебе. Все, отлично, убили. Отбежали от слизней. На кральке СС был, да? Забирай, 3 стака. На крель забирай. Пельмени в центр. Просто. Да. Герцогиня, давай диван на кружок, на гелда. Молодец. Пельмень в сову, в центр. Герцогиня, молодец, кто дал СС на Эрдру, молодец. Курсач без комментариев, фюрер без комментариев. Выбегайте с чумой. Пупа на форте. Так, пояс кому-то надо. Кто выше по ПР? О, Яна. А, не я. Кто выше по ПР? Ладно, дам фотон, у него классный голос. Ну, бля, ну ты... Что чувство, когда голос пригодился? Просто стол уже бьется, я не могу посмотреть в этот... В ЕПГП, в этот лужа. Расскажу. Так, кому ничего не надо с лича, с этого босса, плюсы? Ясно, я тогда на полминуты отойду. Фюрер, заходи на лока. Ой, фюрер, заходи на ШП, вет на лока. Давай, может, я, Алекс, зайти на лока. Заходи тоже на лока. Сейчас. Фюрер, есть у тебя лок? Заходи, Олег, на лука. Я тут 2 квартала уже в туалет хочу. Иди. На, все, оставайся на ШП. Фюрер на лука, фотон на лука.
Так, идем 4 хила. Неоспоримый курсач, кралька, Йолга. Диспелит Йолга, ты слышишь? Услышал, надеюсь. Так. Два приста, клон, вет. Бьют сферы. Им помогает смарт-килл. На переходках сферы подбиваем. Йолга диспелит чуму. По станам. Отец, холодец, кружок, герцогиня. Ромбик. Анакрель, трусы. Остальное по команде станы. Джаспанк, ВРК? Плюсик. Я здесь, да. Ты умеешь станить вальку? Ну, в кине есть скинуть и все. Вот точечно. Хорошо, только скажите какую. Да, я, если что, я скажу тебе, какую метку застанет. То же самое неоспоримого. Так, что еще? Убогая ДК, ты тут? Фотон этим крестом выйди с инста. А можно тут просто этот офнуться и не печеньку сади. Ну, а тебе надо ачивать, лут не получишь просто. Мне надо конь, ну ладно, я выйду. Хуя себе, тебе много чего надо. Не знаю. Вас не забанят за это раньше. Не нервничай. Я иду локом. Мне вообще, в принципе, все равно. Можешь его здесь офнуть, но если нас забанят, то мы ничего не потеряем. Я все, я ее вывел. На нижний этаж. Так, курсач тут. Ты знаешь, как хилить танка на личе? Ну скажи, волна. Волна исцеления. Быстрина. Цепное исцеление. Волна, волна. Быстрина. Волна. Волна. Дальше что? По-моему, дальше цепное исцеление идет. А потом что, опять две волны. А потом опять быстрина и две волны, и так, блядь, короче, нахуй, пока помоги сядешь. Видишь, у тебя тотем есть, цепного исцеления. Дайте бафа, блин. Меры его поставьте. Есть у кого-то дживс? Ну, да, есть у кого-то. И кому-то надо фласки, я могу дать. У меня тут на ап и есть на этот, на СПД. Это у кого? Это у повороте. Так, ты зря ты сказал. Ты где? А ну... Натан, мне нужно 20 штук сразу на. Да, раз. О чем даешь? Подожди, подожди, поворотчик. 4 хила идем. Где ты поворотчик? Дристабав еще дайте. У меня немного, подожди. А почем раздают? Да все, хватит уже. Да не, я бы взял одну. Я запускаю. Но ты тут? Да. Погнали. Где? Давай, Ёлка, диспель только на счет 3 не жди. Даже если он не выбегает, он потом получит ГП за это. Чтоб все были живы. Я запустил. Давайте, первой вальки станет первый отец, холодец. Кружок. Герцогиня Ромбик, третий неоспоримый. Ой, третий Анакриэль. На вторых вальках Анакриэль откатится стан. И Джаспанк, я тебе скажу, кого станет. На третьих опять те же паладины, кого назначал. Сейчас потом по команде. Так, сука, 3-4 лока. Помолимся на удачу, что будет не хватать все 4 вальки подряд. Давайте помолимся. Бибоп небесный. 5 локов, господи боже мой, снизойди нам с небес. О, уже бой начался. Чем быстрее перейдем на чат, тем лучше. Смотрим ловушки. Бога ДК, ты знаешь тактику? Хорош. Так, РДД перебежали, звездочку. Чума 5 секунд, смотрим внимательно. 3, 2, 1. Йолга, выносить.
Чему Анакрель не таунти, мастаун там лича? Да я вурделок хотел. Так, что ты лагучка перебежал? Не можешь, блядь. Звезду. Отошли к звезде, трэш с чумой очень близко. Встали в звезду. Сейчас будет ловушка. Мелики, ловушка, пробежали далеко. Плевать на ДПС, бежим к черепу. То улетает ГП. Чума, одна секунда. Джаспан к чуму, в трэш, быстро. Быстро, 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 диспел. Ловушка на... Смотрим. РДД, перебежали в звезду. Второй шаркающий вылазит, следи за ним. Мелики, ловушка, пробежали. Череп пробежали. Таунти точечно шаркаря. Прожимайся. Убогая ДК, в трэш чуму. В трэш чуму. Убогая ДК. Ты знаешь тактики? Гелда диспел. Ну блин, я ж попросил диспелить сразу. РДД перебежали. Эти капли. Его кто-то ресал? Войд, подымай убогого. Встанешь после заражения. Бафы по ДК, после ловушки идем все на край, 2% переходка, РДД ловушка, перебежали. Герцогиня, давай каплю, боль выноси чуму в трэш быстрее. Диспел его, диспел, блядь, Дёга, ты чё, тупой что ли, пиздец? Ёбана в рот. Давайте все на край, я поднимаю боль. Дистанцию набрали. Рассосались, давайте. Присты, ханты, бьем сферы. Давайте бафы по локу, по ДК. Клон, давай гейм на ману, крусач ставь тотем прилива. Регень ману. Сферы. Посмотрю, кто не бил сферы, будет ГП. Бейте второго духа. Да, проклятие косноязычия, пожалуйста, вешаем на духа вот эти. Да не надо. Надо, надо сбивать каст. Смысл? Чтобы не было сала в рейд и на тебя, и еще мало кто-то сорвет. Повороты, спасибо. Так, второго духа бьем. Давайте, только второго духа играем. Два шара в центре, два шара в центре, присты. Сейчас стоим сугубо в звездочке. Кто улетает в другую сторону, получает ГП. В центр лича. Не важно, где он стоит, в звезде главное стоять. Никаких мастанов, только точечный стан. Так, сливаем всех, валик. Так, герцогиня. Джаспанк, стань, ромбик. Осквернение с центра вышли, осквернение, цель холодец, бабл прожми. Анакрель, давай сакру. Трусы сливаем. Давайте рост. Все, сыграли лича. Отлично, ни одного лука не схвачено. Удача на нашей стороне. Давайте в звезду встали. Осквернение выносим в портал влево. Каплю там. Первая, вторая. Шурупец влево вынеси. Я трусы. Ромбик, играйте. Трусы, ромб. Ну чё вы гоните? Все, играйте в лича, проебали. До конца. Надо играть. Так, осквернение в центре не видит только. РДД на рейндж. Мелики на рейндж. Осквернение на клоне. Отлично. В центре идем. В центр. Да вот так вот. Ладно, давайте сюда в звездочку. Так. Джаспанк. Через кружок играйте. Неоспоримый стань. Пока никого не стань. Застанешь трусы, если что. Уже застанем. Трусы застаньте, там ДЦ. Уронбите шаману. Блядь!
Ёбаный в рот. Сквернение на мне. Я выбегаю. Вернулся шаман? Нет. А ДЦ? Нет. Кони, блядь. Плевайте ману и заебись. Иди на центр, лича. Где, блядь, замедление? Нет. В вальке просто улетали, как шлюхи. Давайте в звезду становимся. Кружок бьем. Да, просто пизда. Давайте трусы. Олег, падаем. Падаем. Нет всего. Так. Я понял, замедления не было. Смарт-килл. Кидаешь ловушку ледяную. По КД кидаю. Альфон, сходи на АДК. Так он мертвый был, его вроде тоже унесла Валька. Я знаю, что его унесла. Курсач, ты тут? На да. Каждую вальку кидаешь тотем оков. Хорошо. На бога АДК в РК? Да. В следующий раз делаешь спек АДК с скачанной лужей, потому что в ДК ты не будешь попадать в рейды с таким ДПСом. Хоть должен быть какая-то польза от тебя. Альф, этот... Шанан, у тебя есть АДК с лужей? Да. Заходи на АДК. Только ты в мой вар тогда не кикай, я его сейчас заведу. Хорошо. Лара месяц что я тоже замедлил. Да и я тоже кидал, схожу ли. Она это не помогает. Она помогает, кстати. Ну да, вальки все у этого, как его, на краю были. Знаешь, что-то пиздить из нас. Нету Джереми. Так бывает, Джейми, ты бы посмотрел, кто что изает. Джейми, Джейми топ, да. Он своими жирными пальцами убил бы лича. Отвечаю. Господи, что ты несешь? А что не так? Он не жирный? Он жирный. Все нормально. У него один большой кубик. Он не толстый, у него кость широкая. И так, много маленьких сосисок. Чему кто может подиспелить? Я бы подиспелил, но у меня нету этого скилла. Я. Диспель. Ладно. Вот помогайте ресать. Уже 12 часов ночи. Давайте, ребята, задержка 156 уже. Надо убивать. Не знаю, у меня наоборот сейчас охуенно не лагает ничего, блядь. Так вот, нормально. 156, не 240 как было. Это пать. Пати. Сейчас все будет, сейчас убьем. Просто невезение. Отец холодец классно лужу разлил. Шрупец тоже, ладно. Я бы тоже так разлил, наверное. Волков вообще не берут. Санакрель, смотри, по ситуации давай сакру, если видишь, что лужа очень сильно разливается. Я не буду говорить сакру, там терять время на это. Давайте фулбаф. Thank you.
Так. Тут еще может 4 человека на локов зайти. Ноя, отец холодец. 3. И будет 8 локов, короче. А, 9 локов. Могу тоже на лока зайти, если надо. Это интересно было. Ладно. Все готовы, запускаю. 9 локов. А, не 9, 10 локов. Нормально вообще. Я тоже могу на лока зайти. Один путь. Зирали. Клон 2. Клон 2, Ноя 3. Отец ходит 4. Войд 5. А сколько сейчас в рейде локов? 5? Носит всех хилов. 10 блоков, при этом все бафы будут, кстати. Все бафы будут. Кроме кота. Кота не будет. Да, Маркс, может, с перницей все. Выкинуть еще. Ты что он пишет, Рексис? Какой-то ересь пишет, 8 кдпс. Это жесть. Да что-то, по-моему, интеллекта нету. Интеллект, давайте. Шедумор, интеллект. Все, он не сдал интеллект. У кого есть на платформе сейчас чары? Аудасиус, Батон, Фюрер. У вас на платформе чары? Нет. РД перебежали. Смотри, если ты улетишь на вальке, зайдешь варом, подоможешь. Чума 3 секунды. Так это же баны выкинули, что? Да. Герцогиня чума. Так, это будет ГП за стадо. Перебежали РДД. Вот, подымай Ною. Стали звезду. Рдру лок. Милики ловушка перебежали. Дайте бафы какие-то. 3 секунды, чума. Перестабав, лапу, каску, поворот, роти, чума. Диспел. 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 Перебежали РДД. Милики ловушка, чума 1 секунда, отец выноси. Забери моба с чумой, моб с чумой ушел в рейд. РДД ловушка, моб с чумой в рейде. Ну отлично забрал, молодец. Каплю. Да, у капли. Каплю на Анакриэль. Да я дал. Чума 72%, 72%, 72%. Побежали на стрельбу. Я ждал этого момента. Сука, я кричу же еще, оббегайте, оббегайте. Да падайте, эта хуйня, гоните. Я такой отошел, смотрю, такой, знаешь, в ловушку бегут, мать. 72%. Сука. Блин, я аж проснулся сразу. Давай реально на лопу здесь сидеть. Какая разница? Кнуты лучше, блядь, ты чё нахуй? 10 локов они ходят. Да, не. Натуре что ли? Что, только я один остался, что ли? Не улетел. Я ещё не улетел. Это что-то лич забагался. Мисс кликнул, блядь. Должен был на РД докинуть ловушку. Кинул на танка, блядь. Ай, блядь. Сука. Мне туда сразу человек 4-5 точно залетело. Я на это смотрю, блядь.
Та хули они, блядь, он куча трэш, они нихуя не видят, блядь. Толку текут за ним. Кто еще улетал? Ной улетал? Нет. Я накинул за бомжи. Я не смотрел. Ты слышишь, зачем ты вызываешь бомжей? Бомж, наверное, сам. Бомжи топ. Альфонс. Да я забыл, блин, что не агрится на этих, ну, эти мобы на моих бомжей. Привык, а да, как бомж, 4 года назад, нахуй. Алко, что нельзя отменить его, бля, как бы я подменил с самого начала. А чё ты меня накинул, за чё, блядь? Что ладно, сейчас там... убьём, сейчас всё будет нормально. Приём. Чё ты мне решил накинуть, просто так? Ну ты улетал на ловушке, наверное, да. Нет, не улетал. Я на плохой... Тактика с локами уже не кажется такой проблематичной. Ладно, поверим. Ну а чё там верить, вот тебе. Пим, заходи. Видос в студию. Да какой видос, вон беспощадный с зимой. Это всё фотошоп. Чек на пол. Дайте поварам каску и кулак. Что там, блядь, угукаешь, сука? 2%, блядь. Но в итоге никто нахуй не услышал за тебя, блядь. Я боялся сдохнуть. Твой мандраж передался другим, да? Походу дело. Давайте, собрались 10 минут. Обычно 12, если фулл рейджевый. Ты пройдешь через... Бля, давайте как у Каноба в рейд, там, трайв нахуй по 30, блять, хули мы тут сидим. Блять, у Каноба в рейде мы уже на лейдере засуются, чё он ты нахуй? 17, это уже 2 минуты подрисовки. Сколько бить, 17 минут лича? Не. Нет. 15. 12. Герои! В общем. 14, если тело 3-4 уходят. Да нормально, сейчас будет много неудачи было. Джин лагает. РДД перебежали. Чума 2 секунды. 2, 1. Герцогиня чума сам себя. Ай, блин. Не я диспелил. РДД перебежал. На каком ты мелком? Мелкого забираюсь. Смотри точечно. Там уже по рейду чума разошлась. Я не видел, что по рейду было. Плохо. Но я не спойлил. Соединя. Милики ловушка перебежали. Чума выносим. Йолга выноси. Милики ловушка. РДД стоим. Перебежали. Чума 3 секунды. Носим в трэш, 2 шаркаря, плохо. Шейдумор, чума. Глыбу.
Милики ловушка. На танки, в стороны, на танк, в сторону. Хуя! Давайте сову, звездочку. Да, побежал. Милик, что там, ловушка была, нет? 72%. Все, все на край, РДД ловушка, проводи трэш. Повороте выноси чему. Не бейте Ильича. Вон чему. Все, все на край. Можешь саку прожать. Так, давайте. Клон, давай гейм на ману. Крусач, ставь тотем прилива. Лицегиня, каплю на Анакриэль. Войд, Иннер, неоспоримыми. Отец Холодец, давай каплю на Анакриэль. Добивай там симка. А, ладно, я сам добью. Все, красавчик. Присты помогаем бить шары. Смарт-килл, бей шары, потом босса. Давайте, нам надо духа. Духа, сливаем духа. Три секунды, чтобы залить духа. Три ляма. Кайф. Серега, сбейте касты, ведите огненного духа под босса. Все, давайте в звезду встали. Вот так вот. В одну линию. Да, вот так вот. Вот так вот. Давайте, бейте в вальки. Через трусы играем, трусы далеко. С центра все вышли, осквернение 5 секунд. Ромбик бьем, клон, осквернение. Ромб еще 300 тысяч. Рост. Опять в звезду становимся. А не, вот так вот. Вот так звезду. Осквернение выносим влево, в ту же лужу. Только не прям туда. Остальное лежит вправо. Все, разбежались. Разбежались. Неоспоримый бабл. Анакриэль, сакру. Кружок сыграли. Джаспанк, стань ромб. Кружок сыграли. Джаспанк, стань кружок. Неоспоримый, стань ромб. Спасибо. Все. Осквернение 12 секунд, все на рейндж. Не забегите в лужу, там лужа на этой ловушке. 5 секунд осквернения. Смотрим внимательно. 1 секунда осквернения. Боль. Все, все в центр. В звезду становимся быстрее. В звезду. Станы обновились. Герцогиня. Так. Джаспанк, попробуй застанить кружок. Неоспоримый ромб. Все играйте в ромб. Осквернение 3 секунды. Быстрее ромб добить. Умоляю, пожалуйста, ради Господа Бога. Трусы добить. Трусы застаньте. Все, пока. Трусы, играйте в лича. Давайте, трусы. У кого есть станы, плюсик? Активастируй. Звезду встали. Плюсы быстрее. У меня на креле есть? Джаспанк, есть стан? Да, конечно, все. И на креле нет. Джаспанк, станешь кружок. Осквернение сейчас будет. Вышли все с центра, вышли, осквернение. Через кружок играем, вышли, осквернение сейчас будет. Ралли, осквернение. А неоспоримый, стань трусы. А, блядь, добежать бы еще. Понятно. Бежал. Кружок, бьем кружок. Все, играйте в лича, минус 2. Все на край вышли, сейчас будет переход. Горн обновить. Давайте, все на край, минус 3, это плохо. Вет, смарт-килл, Локи, помогаем бить сферы. О, нихуя себе, нормально.
Хуя панцирь. Пузырь дал вообще. Вот это да! Так, смотрим, что там у нас. Вет, давай гимн Аману, курсач, что темп прилива. Нету еще, когда? Ну все равно плевать. Войт, Инер, Курсачу, Кралька, Инер себе. Подбиваем сферы. Кружок перестали бить, бейте Прослова. Трусы бьем. Трусы сыграли. Потом поиграем в кружок. Все, хватит бить трусы, давайте попробуем бить кружок. Что с этого выйдет, посмотрим через 10 секунд. Так, я сдал на звездопад, сейчас на меня кро будет. Выдержите, моба. Кружок добили. Все, кружок слить. Сверки подбить. Все только в кружок играйте, потом будем играть в другого духа. В квадрат. Все, в квадрат играем. Все, звездопад на КД, ходим звездочкой, 4 хила живы. Скажу потом, кому СС. Давайте звездочку. Вет, давай иссушением, тупо иссушением по мобам. Давайте, ву. Тупо потуши. Пимп, короче, не стоит в звезде, сукин сын. Получает урон, 17% хп было. Давайте, побежали. Бейте все духов. Хан, подбивай духов. Присты, 2 шп, 1 шп есть. Локи, подбивайте. Я подбиваю. Боль, СС на Гелда. Я уже кинул СС на Гелда. Тогда на Кральку кинь. Пимп, СС на Накриэль. Фердинанд, СС на меня. Что там еще? А, потом придумаю что-то. Давайте, в одной точке танчите духа. Ну, куда ты повел? Уже поздно. Ах, ладно, давайте духа добивайте, квадрат. А может его кто-нибудь возьмем кинуть банк? Давай после рейда. Так, вышли все из-под духов. Все, я накрыл, иди взрывай духов, сейчас будет осквернение, выносим к трону. Что-то повтори, что ты говоришь, Инер тебе залить? Ну давай. Не, послышалась борьба, вот это что-то было. Давайте, спойте гимн Аману. Наверное, надо гимн Аману. Поздно уже. Все, сейчас будет комнатка. Опять звезду. Иссушением в центре. Вет. Звезду встали. Давай, этот мастер аур под шеду резист. По скиллу просто. Все, я звездопад, хоп, и духов нет. Так вот, иду, за мной не надо идти. Так вот. Давайте побежим. Вот так вот, да? Дует. Так, бомба впереди, пробегаем, посмотрим, что будет. Ого, вот это поворот. Это кузы. Нихуя не скилл, блядь. Охуеть. Что случилось, никто не умер. Потому что антимагический панцирь ДК прожал. Ну так это по скиллу было. Отбежали от сквернения и от духов все к порталу. Буду озвучивать, кто получает лишний урон от духов. Гелда захиливаем, жатва душ. Вет получает урон от духа. Да. Курсач получает урон от духа. Хорош. Осквернение 3 секунды. 2, 1, Йолга. Духи спустились, отбежали от духов. Жатву душ захиливаем. Поворотик получает урон. Внутриэль получает урон. Диск. Диск? Не-не-не. Ты вылетел, Олег, да? Не ожидал. Давайте звезду встали. Успешно. Да. Давай, Сакур. Мастер Аур. Не должны оказаться во власти ледяной скорби.
Кули тут что делаешь, будет? Круг. А что будет, если просто... А чё вед в центре? Потому что вед завис. Встали в звезду. То не обгоняет кружок, тот не знаю. Придумайте что-то. Так, смотрим, куда духи. Тут ВКонтакте написали. А, так, давайте к порталу. О, кружок классно, ты проходишь по луже. Теперь гнал. Ну, рядом со мной просто хуже завлею и не убежит. Так. О, курсач. Встанешь? Ты эпично умер на самом деле. Еще вет умер как лошок. Сквернение на дисрапте. Духи спустились. Не бежали под лича все. Пожалуйста, комнату. Хочу потестить купол и этот, и скорость.